Снега больше, дорог меньше. Синоптики ожидают продолжения снегопада. Циклоны один за другим бушуют на Кольском полуострове уже неделю. 7-8 марта непогода пришла из Вологды, а накануне с северо-востока. На севере области за несколько дней выпала месячная норма осадков. Власти бросили все силы на борьбу со стихией. В Мурманске круглосуточно работает вся дорожная техника. В области расстояния значительнее, поэтому периодически закрывают дороги, даже федерального значения. В частности, это коснулось дороги до Серебрянской ГЭС и трассы Кола.